Здравствуйте. Сейчас я сниму пленку, и так не будет поблескивать. В центре внимания очередной раз итальянский бренд Moleskine. Да, каждый раз, конечно, я его вот так вот распаковываю. Вот. Но вы так не делаете, как сейчас сделала я, потому что можно поцарапать, ну и это будет не очень приятно. Возможно, как-то иначе мне стоит его подхватить где-то. Сейчас попробуем. Видите, как они... Значит, я сейчас хочу показать вам ежедневник на... Нет, ну что ж такое? Ежедневник на 22 год карманного формата. Карманный формат у Moleskine, если я правильно помню, это, да, это 9 на 14. Так, вот, сломала, открыли. Так, начнем с Moleskine. Я взяла 9 на 14, это ежедневник Moleskine, то есть у вас день на развороте, день на странице, не на развороте, на странице. Есть временная шкала, пожалуйста, здесь видно, временная шкала начинается с 8, заканчивается тоже 8. Суббота, воскресенье тоже на отдельных днях. Взяла мягкий, потому что он достаточно толстый. Это, я предположу, где-то около 1,5 сантиметра у него. Но зато он маленький. Это карманный формат. Очень гибкая обложка. Конечно, вы его в 360 не свернете, но он мягенький. Для толстенького блокнота это всегда лучше брать гибкие обложки. Лично для меня. И также хочу вам показать гибкая, очень износостойкая обложка. Ага, мне кажется, я в прошлый раз показывала, что было. В прошлый раз это у нас была такая штучка на дверь. Moleskine предлагал вешать на дверь. О том, что вы в эфире или в подкаст пишете, или записываете видео. И чтобы вас не беспокоили, в этот раз Moleskine нам предлагает сделать календарь. Даже можно поставить карандаш. Ну вот, вырезаем, складываем. И здесь есть место для того, чтобы вставить карандаш. Как-то так эта конструкция может выглядеть. Ну или вот так, как они здесь нам нарисовали. Я его купила для себя. Я почему-то была уверена, что я купила темно-синий сапфир, но нет, он черный на резиночке, как всегда, кремовая бумага, эластичная резиночка, которая фиксирует страницы, чтобы они не открывались. При желании, как всегда, вы можете сюда вклеить петелечку. Здесь растяжной карман. В кармане, вот в этом Moleskine, есть стикеры. Сейчас я вам их покажу. Тут всегда вложена такая книжечка и вложены стикеры. Стикер алфавитница. Вот тут, наверное, видно, что каждый из них можно... Ну, вот так вот он отделяется. Алфавитница. Также разнообразные значения, которые касаются путешествий. Ну, вот здесь путешествия или развлечения. Там рестораны какие-то, коктейли, кино. Путешествия, развлечения. И вот такие обозначения каких-то событий, важных мест, то, что вам нужно отметить. Настроение, отношение к какому-то делу, напоминание о оплатах, возможно, и там какие-то встречи. Ну, вот такие три листика. Они всегда стандартного размера и вкладываются в Moleskine. Ну вот буквально я недавно покупала, и почему-то там не было. Что имеется
растяжной или гибкий карман. Это значит, у него вот здесь вот видна такая, да, складочка видна. Так, значит, складываем. Ладно, не будем вкладывать их пока обратно. Здесь можно складывать визиточки, разнообразные документы маленькие. Ну, так как он очень маленький, здесь в основном стикеры и, возможно, какие-то там чеки. Всегда супер. Титульная страница. Титульная страница Moleskine. Я всегда стараюсь все-таки написать здесь информацию о себе, свой номер телефона, электронную почту, имя, фамилия на английском языке и указываю вознаграждение. Это очень хорошая история, потому что, ну, бывает, ну, просто, я не знаю, там, ну, напишите $10-$20. Опять же, настолько вам дорога эта информация, даже если вы $10 напишите, человек с удовольствием вернет вам этот ежедневник, ну, поймет, что вам это важно. Вот. И здесь также есть календарики на 22-й год. Вот так выглядит календарь на 22-й год. Здесь есть место для каких-то записей еще по году. И здесь видно, насколько тонкая бумага. Он, конечно, немножко все-таки такой вот, ну, совсем тоненький, но я попробую. Я попробую вести в этом году. Значит, развороты, календарь на месяц, разворот на месяц на одной страничке. Находится январь и с этой стороны февраль. Все уже пронумеровано. Напомню, что лучше всего вести очень тонкой ручкой, там микрон, например, или сейчас я посмотрю, может, у меня здесь что-то сразу будет под рукой. Я вот с ручками не подготовилась, чтобы сразу с ручкой разместиться. Ну вот есть такая у меня ручка. Это Mitsubishi Pencil. Интересно. Да, такая. Это троечка. Вот троечка, мне кажется, может быть уже и толстая для Moleskine. Я предпочитаю вести 0,1 или 0,05. Вот такими тонкими. Это 0,3. Также, в принципе, текстовый делитель, если попробовать, вот от зебра есть очень, или пастельные, он должен выдерживать. Мне кажется, вот такой выдержит вот такого текстового делителя. Видите, он у меня от Faber-Castell, очень тонкий, элегантный выделитель. Также обратите внимание, что, значит, есть у нас страницы для планирования месяца, информация, кто владелец, кому вернуть вознаграждение, рекомендую заполнять. Мини-календари, маленькие календарики 22-й и 23-й год у нас есть. Часовые пояса. Ну, не знаю, насколько. Часовые пояса, праздники. Можно, в принципе, эти вещи уже убирать. Разнообразные размеры, инчи, соответствие мер и так далее. Тревел-планирование. Ну, такой уменьшенный вариант тревел-планирования. И, возможно, здесь у нас еще какая-то есть небольшая линеечка в инчах. Карта, которую нужно закрашивать. Ну и в принципе все. И вот начинается у нас сразу с 1 января. Вот, пожалуйста, 1 января и поехали. Либо вы пишете задачи на день, или, как я, делите пополам. И здесь привязка по времени, с этой стороны задачи на день. Обожаю такого плана. Мне вот нужен прям целый день, разворот на целый день. Сейчас я покажу в сравнении с стандартным Moleskine. Вот он, стандартный Moleskine. Вот, то есть это, по сути, половина. Ну, даже чуть. Вот он длиннее, но, ну, можно, да, сказать, что это половинка. Так как вот этот Moleskine у меня на 1,5 года, и я здесь веду все свои коллекции записи, то вот этот Moleskine, он у меня на год.
Если я начну вести в нем свои все коллекции и записи, то, конечно же, ну, совсем, совсем мало места в нем будет. И я думаю, да, здесь еще есть небольшие. А, ну совсем, очень. Одна маленькая страничка. Это все-таки карманный или в небольшую сумочку, ежедневник. Поэтому я приобрела вот такую записную книжку, формата такого же мини-карманного, в клеточку или в точку. Я люблю, чтобы у меня была клеточка или точка. И взяла ее твердую. Взяла твердую обложку. Вот они две одинаковые малявки такие. Да, обе черные. Я почему-то думала, что я взяла. Здесь, кстати, вот видно, что в твердой обложке чуть-чуть больше. Буквально немножечко, но он больше. Я думаю, что да, это из-за обложки, потому что мягкая обложка подрезается под самый корень с бумагой, а здесь есть небольшие выступы и с этой стороны у твердой обложки. Значит, этот блокнот, он предназначен для разных абсолютно записей, то есть моих коллекций по проектам. Я называю их коллекциями, но вы можете называть это как угодно. Проекты или направления по вашим делам, текущие дела, инбокс, ну, кому как удобно. То есть здесь я могу разделить вот своими любимыми такими закладочками, скобами, которые я вот так планирую, да, или разделителями. Так, сейчас я. Разделителями для страничек. Вот они. То есть выделить, например, здесь 400 страниц, а здесь в этом 192 страницы. Ну вот, например, вот первый проект здесь и отметили. Да? Ну, нужно, наверное, да, не наверное, а 100% нужно делать это меньше, потому что достаточно, чтобы выглядывала. И здесь или подписать перманентным маркером. Вот можно такими. Вот у меня есть Шнайдер. Шнайдер перманентный, он никогда не вытрется отсюда. И вы будете знать, что здесь у вас по цветовой колористике там ниже, 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 все в один тон подписаны. Или цветовое кодирование, красный, синий. Смотря сколько у вас проектов, выделяете на него страничку и все здесь ведете. А вот этот уже конкретно для планирования по дням, по неделе и так далее. Что мне нравится в этом формате? В принципе, если нужно поработать только по проекту, что-то какие-то сделать, записи, подумать, возможно, встречу зафиксировать, то можно брать только этот блокнот с собой. Даже если их брать вдвоем, ну, очень мало места занимают, они 100% поместятся в любую из моих сумочек, ну, кроме вечерних, наверное, да. Ну, вот это даже в вечернюю может поместиться, если нужно сделать какие-то записи. То есть добавить петелечку достаточно только в один блокнот. Добавили петелечку в один блокнот и берем с собой два блокнота. Оба блокнота разворачиваются на 180 градусов. Вот так вот он лежит прекрасно. Один и второй. Значит, вот в блокнотах, которые идут. Так, что здесь у нас? О, здесь тоже еще нам что-то предлагают. Здесь тоже нам что-то предлагают. Это для путешествий какие-то сделать записи. Да. Чисто для путешествий. Так, этот блокнот тоже разворачивается, но из-за того, что твердая обложка, ему нужно немножко дать шанс поработать, и он тоже будет хорошо, красиво разворачиваться на 180 градусов.
Здесь можно тоже крепить специальные наклейки, выделить его как-то. Но в нем есть карман и тоже есть лисе, но в этих блокнотах нету стикеров навигационных, то есть там нету никаких вот обозначений, да, листиков. Вот этих листиков вы здесь не найдете. Наклейки для навигации их называют Moleskine. Вот мне интересно, как вообще звучит описание Moleskine на итальянском. Вот, так что такой у меня тоже есть план задел на взаимодействие с этими блокнотами. Мне они очень нравятся, я очень люблю Moleskine во всех его проявлениях, но не только Moleskine. Я пользуюсь огромным количеством блокнотов. Ну, не знаю, мне кажется, это невероятное удовольствие иметь возможность пользоваться, использовать блокноты. Вот я Матерн свой покажу. Вот чудесный Матерн. И, кстати, сейчас я вам показываю Матерн. И как-то я, возможно, в предыдущих видео показывала наклейки от Туль. Очень хорошие кольцевые блокноты у Туль. Великолепные ручки и чудесные маркеры. Вот у меня есть маркер Туль. Очень люблю их. Красивые всегда цвета. А вот здесь, мне кажется, они даже немножко попадают в цвет своих, да, в своей цветовой палитре выдерживают. Ну, я думаю, что я могу даже вот тут показать. Яркий, насыщенный такой супер цвет, конечно. Ага, вот тут мы можем и попробовать, как выглядит Faber-Castell текстовыделитель пастельный, 46-й цвет. Вот такой светло-светло-желтый. Так, что по туль? Вот такие наклеечки, туду-листы. Я думала их использовать внутри своего Матерн. Ну, для разнообразных заметок. Например, хочу я что-то выделить. И вот сразу же вот здесь его там разместила. Но что я обнаружила? Они начинают отклеиваться. Вот прямо независимо от того, как я его использую, вот он прям вот так вот вы приходите, а он находится в таком положении. Хотя здесь нету никаких предпосылок к тому, что он будет отклеиваться. Я просто попробую, поменяю бумагу. Возможно, вот здесь у меня бумага Матерн стоит от Filofax. Может быть, она очень такая... Так, все у меня шевелится. Может быть, она такая немножко совсем матовая. Но вот отклеиваются они. И когда я листаю свой блокнот, я там не буду показывать, то они крепко очень не прилегают. Вот, это то, что я обнаружила, и мне это не понравилось, можно так сказать. Хотя здесь очень красивая такая и палитра, и удобная навигация. Здесь и платежи указаны, какие-то маленькие отметочки. Дни оплат, дни, когда там дни рождения отмечены, когда у вас запланирован ланч или ужин, и разнообразные напоминания. Вот это прям очень великолепная. Мне кажется, такая навигация очень хороша. Есть сапфировый, темно-темный сапфир Moleskine. Он такой же имеет синий цвет. Великолепно, если поставить еще золотую ручку с синим Moleskine, вы себе выберете. Это будет, ну, прям такое вкусное сочетание. Возможно, вот как-то вот такое золото с темно-синим цветом. Так что такое вот знакомство с Moleskine. Так, сейчас я посмотрю. Да, мягкая обложка, это карманный размер, мягкая обложка, легко раскладывается с 8 по строчке на час. Так, ну, вроде бы как все, что я хотела сказать,
Я рассказала одно лице. Ну, одним словом, это мой некий новый инструмент. Здесь обложка такого, она не черная, резинка черная, не обложка, а лиссе. Резинка черная, а лиссе вот такой цвет у него темно-темно, ну, шоколадный, что ли, золотисто-шоколадный. У сапфирова, у синего, синего Moleskine, там будет обложка. Синяя обложка будет синяя резинка, и лиссе будет такое очень светлое, немножко голубоватое. Вот, так что рекомендую. Можно опять же выбрать помощники или другой цвет блокнот, да, для записей, или тоже мягкую обложку. Вообще будет легко. Они вот, вы знаете, вот этот настолько толще, но за счет того, что здесь толстая обложка, да, твердая обложка, он, конечно, по весу идентичный. Так что такие рекомендации на 22 год. У меня есть еще такой вариант. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо, до свидания.